Криптовалюту Dash взломают белые хакеры. Как сообщает Cointelegraph, команда Dash наняла группу специалистов по кибербезопасности, чтобы они выявили слабые места в блокчейн-системе криптовалюты. Согласно пресс-релизу, проверкой альткоина на уязвимость займется краудсорсинговая служба кибербезопасности BugCrowd. Гендиректор Dash Core Райан Тейлор считает, что в свете растущей популярности криптовалюты проработка всех слабых мест является обоснованным шагом. Ожидается, что хакеры приступят к работе в течение месяца.